Ну что же, ребята, приветствую вас, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем проходить игру The Elder Scrolls Легенды. Завершите акт 2. Мы прошли только третью главу. Ну что же, давайте продолжать. Продолжим. Не нравится мне этот лес. Зато это кратчайший путь до Скайрима. Но явно небезопасный. Ну что же, с опасностями нам не собладать. Приступаем. Так, выберем колоду, наверное, опять же, свою отряд выживших. Будем ей играть. По крайней мере, я уже к ней привык. Пауки. Из соседнего логова прибегают пауки. Понятно. Ну что же, наверное, так и оставим руку. Более-менее, по крайней мере. Давайте ползуна. Выклянчивать будем сейчас у него картишки. Ёлки-палки, тоже ядовитые. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это плохо, ребята. Значит, жду приказаний. Будут сейчас нас разбирать. Пропускаем. Вы посмотрите, что он творит, а? Так, рывок есть, это хорошо. Даже не знаю, что сделать. Давайте так. Я иду на бой! Пламя Алдуина! И легионера вызываем, наверное, да? Да, давайте так сделаем. Жду приказаний. Говорю. Так, фураджир. Он не ядовитый этот урод, да? Нет, давайте. Честь в лицо. И слава! Ничего, я справлюсь. Приберегем пока карты, давайте так сделаем. Ты запарил уже в корень, а? Что тут у нас на одной линии? Как раз вот здесь надо, ребята, делать. Здесь всего хватает. Честь и слава! По-моему, оптимально получилось. Всем врагам одну единицу урона. То, что надо, в принципе. Изгромор! Честь и слава! Призывает... существо 2 плюс 2 и стража. Блин, магии нету. Разбуянился-то, а? Так, ползун. Как ты не вовремя ползун. Черт, что же сделать-то, а? Давайте, наверное... Так, попробуем. Мы несем службу во имя Кин. Замечательно. Захерсина! Блин, где страж-то? А, вот он. Захерсина! Черт, тебя подери, не заметил, а? Захерсина! Захерсина. Расскажи, где болит. И ползуна сюда поставь.
чтобы сделать-то, а, ребята? Давайте, блин, это же ядовитый у него, да? Смертоносность, то бишь стража он сразу порвет. Ну давайте тогда сделаем лицо. Тебе не спастись! Скажи, где у тебя болит? Изгромор! И стражник сюда. Шутку. Так, один урон, да? Ладно. Пандар проклянет тебя! Всех мне заморозил, гад. Изгромор! Скажи, где у тебя болит? Я, ребята, думаю, шансов у него нету. Вот так делаем. И еще. За зелень! За зелень, это точно. Ну что же, ребята, с победой нас очередной. Еще два акта осталось. Торговец из высоких эльфов попал в паутину и взмолился о помощи. Они освободили его? Он ведь мог выдать Доминиону их местоположение. А кое-кто лучше бы забрал его золото. Опять на выбор, да? Ограбить 50 золотых или же в конце каждого хода, если вы разыграли две карты, действие «возьмите карту». Так, в конце каждого хода, если вы разыграли две карты действия, возьмите карту. Слушайте, я думаю, что мне лучше все-таки взять карту. Деньги мы всегда заработаем. Путники не бросили его на погибель, хотя риск был велик. Так, что у нас здесь выпадет? Ох, нихера себе. Пещерный грахл. Регенерация. Ну, это контрабандисты Чернотопья. Ясно? Ага, это уже к моему отряду выживших. Призыв. Получает способность рывок, если на этой линии есть раненое вражеское существо. Отлично. Данмерские мстители. Оберег. После того, как оберег бретонского колдуна сломается, призывает 5,5 ледяного Атрунаха со стражем. Круто. Поехали дальше, ребята. В этой таверне никто понятия не имеет, где лагерь императорского войска. А может быть, местные просто не любят имперцев? Глава 13. Драка. Ну что же, у нас скоро, ребята, сундучок будет. Так что давайте приступим. Давайте отряд выживших. Блин, конечно, хотелось бы посмотреть и эти все колоды, но пока пройдем за выживших. Кабацкая драка. В таверне разразилась драка. Берегитесь брошенных бутылок. Почему они хотят нас убить? Это наемные убийцы? Агенты Доминиона? Это норды. Им просто нравится убивать. Это норды. Понятно. Значит, это варвары. Ну что же, я думаю, в принципе, неплохая рука, так и оставим ее. Опа-на, неплохо. Я не боюсь тебя, крыса трусливая! Слушай, ты родная, ты сама крыса.
Так и будем друг друга бутылками бросаться. Ладно. Что же, у меня только один выход. Дозорного. Стоять во имя Ярла! Ну нет, только не это. Собери тебя, тролль! Но у меня, ребята, еще есть кольцо маны. Если есть раненое существо, блин, оно есть. Ну, я не хочу тратить. Давайте так сделаем. Жду приказаний. Я иду на бой. Забери тебя, тролль. Специалисту. Беру авангард на себя. Берет он авангард на себя. Бывало и хуже. Получил, как говорится, волжбан. Черт подери, что же мне делать-то? Придется тратить, ребята. И зачем я это сделал? Вот тупица, а. Ой, дурик. Так, давайте тогда... Я ко всему готов! Атаковать кровь лицо. И слава! Умри! Бывай! Подонок, а. Да, ребята, придется атаковать его. Стадо нужно проявить. Мой лес! И дозорного. Стоять во имя Ярла! Сейчас бутылкой киданю, да? Ну я так и думал. За мной! Ну что же, тогда нам надо... Давайте-ка, наверное, так сделаем. Посмотрим, что он на это сделает. Мы несем службу во имя Кин. Сегодня день твоей смерти. Вот я иду да. На бой. Я иду на бой. Да хорош ты. Талос! В атаку! Вот незадача, да? Но почему ты вот в этого не бросила бутылку, а? Черт подери, что ж делать, а? Так, ладно, ребята, давайте сделаем. Жду приказаний. И вот их так. Смерть принесет славу империи. Большой риск, конечно, но. Идите сюда, погрейтесь. Испытание Хермоморы. Я иду на бой. Ё-моё. Я иду на бой. Тебе не спастись. Аня Алдуина. Сегодня день твоей смерти. Я иду на бой. Да хорош ты, на бой идешь. Я иду на бой. Блин, атаку. Это атаку. Точно, это вот этот вот их усиливает. Алла. Надо его спасить. Атаку. Талос! Пламя Алдуина! Уроды, а? Так, ладно, сносим нафиг. Опачки, ребята, и по ходу дела я тут проиграл. Глупо и нелепо, а? Их смерть принесет славу империи. Он же в лицо пойдет сейчас мне. Ну-ка, проверим. Еще лучше, блин. В атаку! О-о-о, пламя ребята. Алдуина! Да. Талос! Охереть, блин. Так, ладно. Сейчас переиграем, нафиг. Блин, надо мне чуть-чуть потише сделать. Что он так орёт-то, как сумасшедший? Где тут настройки по звуку, а? Вот
Вот так вот, наверное, будет получше, блин. Ну что же, давайте, ребята, тогда еще разок сыграем. Но я, конечно, не ожидал, что будет такой эффект. Слишком расслабился. Попытка номер два. Кабацкая драка, а? Норды хреновы. Да понял я. Берегите с бутылок. Почему они хотят нас убить? Это наемные убийцы? Агенты Доминиона? Это норды. Им просто нравится убивать. Так, давайте что-нибудь другое выберем. Вот этого уберем, а вот так оставим. Ну что же, понеслась. Я тогда вызываю огненного беса. Идите сюда, погрейтесь. Вот он, собака, вызвал этот скилл себе. Все существа будут получать один к атаке. Хреново. Черт подери, что же делать-то, а? Ну давай это так план. Попробуем. Всегда есть план. Я не боюсь тебя, крыса трусливая. Да пошел ты. Здорово просто, а? Он его еще и усилил. Почему ты именно в него? Почему сюда не мог зарядить бутылкой этой? Солдат ветерана. Черт подери. Ладно, придется, ребята, вызывать его. Я пойду на стену. Ты не помеха моим планам. Вот так попробуем. Что из этого получится, не знаю пока. Это будет здорово. Ну, конечно, конечно, это будет здорово. Игра уже ему подыгрывает. Настал твой час. Забери тебя, тролль. Ух ты, ё-моё, а. Вот, наконец-то ты правильно бросил бутылку. И у меня 4 маны, ребята. Что я могу вызвать? Я могу... В принципе, давайте сделаем вот так. И двух этих вызовем. Так. Стоять во имя Яр. Нам надо как-то простоять. Мы несем службу во имя Кин. Ял, твоя смерть. Так, и у нас, ребятушки, что тут? Вот это Чинарец, хорошо. Богиня небес, направь нас. Это хорошо, но недостаточно. Этого гада. Что у него за звездочка внизу? Надо было посчитать все-таки энциклопедию. Сражайся, ладно. Хоркер несчастный. Ребята, вот это я лопухнулся. Как же я не заметил, что это страж стоит. Ёпарасоте. Ладно, я пропущу ход. Тебе не спастись. Черт тебя подери. Я твоя смерть. Ладно. Торжествующий ярл. Они побегут как злокрысой. Если ваше здоровье выше, чем противника, возьмите две карты. А у меня выше, отлично. Переломный момент. Да не говори-ка. Это очень хорошо. Давайте. Сражайся, Хоркер несчастный. Что он тут сейчас предпримет? Уничтожить! Гад, а! 8! Я твоя смерть! Так, ладно, ребята, давайте копье. Или, подождите, надо подумать хорошенько, блин, что тут сделать лучше. Нет, копье не буду тратить, сделаем так. Черт подери. Да, давайте так сделаем. Так, один урон всем. Не прокатит. А если так? Уничтожить их.
Что он на это скажет? Идите сюда, погрейтесь. И еще одну такую же. Уничтожите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Совсем дела плохи. Так, рывок. У меня стража нету, что ли, ни одного, блин? Ай, черт тебя подери. Ну ладно, придется делать так, ребята. Выбора нету. Уничтожить их. Я ко всему готов. Рывок. И болотный шатун. Я надеюсь, он в него бутылка не зарядит. Беру авангард на себя. Да что ты. Сегодня мы победим. Все, братишка, я боюсь, ты уже не победишь сегодня. Бывало и хуже. Так. Что он там задумался? Это будет здорово. Ну и убивающий. Отлично. Ну что же, ребята, с победой нас. Наградочки. Так, это что у нас такое тут? Ух ты, бустер, что ли? Или нет? Так, визгливая гарпия. Призыв заковывает в оковы вражеское существо. Молния наносит 4 единицы урона. И том изменения 2 плюс 2. Призыв. Возьмите карту. Интеллект. Ага, понятно. Ну что же, давайте вскрывать, смотреть, что здесь будет. Так, сапер, по-моему, был. Камень был. Это было. Это было, по-моему, да? Призывает копию, да, было. Ух ты, смертоносный драугр. Смертоносность. Значит, ядовитый. И крабик. Ну ладно, нормально. Ну что же, пойдем опять добивать сюжетку. Если местные не врали, легион должен быть где-то здесь. Вот они. Приветствую, я Тир, рыцарь Ордена Клинков. Кажется, они тебе совсем не рады. Ну что такое, какие-то опять рыцари с нами тут сейчас будут воевать, да? Билет на событие будет. Колода «Имперское могущество». Хо-хоу, ребята, шикарно. Режим одиночной игры. Поехали. Колоду, отряд выживших, естественно. Имперские дезертиры. Ага, значит, дезертиры. Так, дает существу 1 плюс 0. Да, оставим. Мы не вернемся назад. Имперский легион обречен. Вот трусы. Тогда я вас замочу. Что прикажете, что прикажете? Хорош, я просто сразу так резко-то. Блин. Ладно. Давай сделаем так. Кто против клана, тот против меня. Что он на это скажет, интересно, а? Обучение окончено. В бой! Приказ ясен. Слушаю и повинуюсь. Приказ ясен, блин. Дезертиры хреновые, а? Так, что у нас тут один призыв? Ага, наносит 1 единицу урона. Итого... Итого, ребятам, нам надо делать вот так. Мои стрелы не знают промаха. Так, атакуем. Убиваем. И призываем. Их смерть принесет славу империи. Приказ ясен.
Ну что тут еще такое, а? Что это делает? Если противник не нанес вам урода в свой ход, жертвует эту карту и призывает жреца Лун на каждую линию. Что-то новенькое, блин. Огонь! Плати за все. Давайте, наверное, применим доспех. А на кого? Давайте сюда. Готов служить. Их смерть принесет славу империи. Дают существу плюс 2, да, значит? Плюс 2. Или же вот этого? Нет, все-таки, наверное, лекаря вызовем. Черт тебя подери, плюс 2. Расскажи, где болит. Сюда. Плати за все. Огонь! Так, призыв. Плюс 3-0 и прорыв, если верхняя карта вашей колоды. Как это понять, если верхняя карта вашей колоды? Ну, давай попробуем. Сегодня мы победим. Хрен там. Победим мы, бля. Бонус не сработал, но я просто не понял, как... Как он работает. Ты смотри, что творит, а. Вынуждает меня просто выкинуть эту карту, а. А я не хочу. Отправляйся в Сованга. Скажи, где у тебя болит? Я надеюсь, что у него сейчас везде заболит. Это план. Всегда есть план. Собака, а? Что вытворяет, блин? Да почему мне такое фуфло дают? Ладно, здесь добиваем. Всего хватает. Здесь мы сделаем. Расскажи, вот так. Расскажи, где болит. Огонь! Уничтожаем. И... Отправляйся в Совангард. Давайте в лицо нафиг. Ну что такое? Жду приказаний. Гниющий Драугр. Так, стража дали. Стража дали, это хорошо. Сколько у меня урона? 7, 8, 8. Так, этот у меня не выстоит здесь. Черт тебя подери, а. Как же лучше сделать? Ладно, ничего, давайте так. Я справлюсь. Жду приказаний. Отправляйся в Совангард. Попробуем. Ахерсина! Смерть придет за всеми. Что? Ага, под немотой. Он мне скинул стража. Вперед! Марш! Что творит, а? Честь и слава! Солдаты, по местам! Да что какого хрена? Ё-моё! И что, ну кого мне уничтожать-то? Кого, блин, ты мне вот скажи? Давай-ка вот этого, наверное. И в лицо. Блин, ребята, у меня карт нету больше. Честь и слава! И он сейчас тут что-то выставляет, я чувствую, да? Так, отзывает существо. Какое тут отозвать? Блин. Давайте вот это. Слушаю и повинуюсь. Приказ ясен. Кто идет?
чтобы служить. Твою мать, как мне два урона нанести? Да, отличная карта выпала. Очисти руки, выпусти когти. Слушаю и повинуюсь. Вот это плохо, ребята. Убить их! Мне бы сейчас рывок бы, а он бы меня не спас. Гаджит разочарован. Смерть придет за всеми. Честь и слава! Болотный шатун. На прорыв! Не спасает меня это все, блин. Гаджит разочарован. Ты собака, а? Так, пророчество страж призывает, дает, блин. Сомкнуть строй, чтоб никто не прошел. Да я никого не могу пока сделать. Тяжелая секира. Все равно ведь бомбанет, зараза, а? Если только вот так вот сделать. И вот так. Ну и придется этого выставлять. Вот я тупанул. Подожди, 4, 8, 9. Все, ребята, я проиграл. Я вот здесь не посмотрел, что 9 урона. Надо было эту оставлять одну. А этих всех, да в принципе, и так бы я проиграл бы. Приказ ясен. Убить их! Разочарован. Да, все, проиграл. Убить их! Ну что я? Честь и слава! Да, не все так просто, как казалось бы. Ладно. Че, я уровень что-ли получил? Или мне показалось? Нет, получил уровень. Страж. 2-4, ну неплохо. Ага, тут вот что можно. Выбрать. Пророчество и наносит противнику 2 единицы урона. Давайте вот этого возьмем. Имперцы. Заполняет линию 1-1 имперскими новобранцами. Хорошо. Давайте, ребята, попробуем, знаете что, за... за... Мстителей. Была, как говорится, не была. Нет, лучше за контрабандистов, там яд. Что у нас из этого получится? Так, а чё, поменьше-то нету у меня? Ага, отлично. Мы не вернемся назад! Имперский легион обречен! Да я вас сейчас грохну тут всех, вот и все. И будете обречен. Блин, опять у него этот персень. Так, пока... Говорящий с хистом в игре, ваш максимальный уровень магии увеличен на 1 единицу. Моя давай. Сила в этих деревьях. А, пропускает ход ладушки. Это мне на руку. 2 плюс 2 и страж. Если максимальный уровень магии у вас 7 или выше. Хрен там у меня выше. Так, я даже не знаю, блин. Давайте вот так вот сделаем. И атакуем. Ах ты, сухая шкура. Ты смотри, что делает, а? Псина, блин. У него, оказывается, карта есть, да? Под меня, блин, как раз.
Сволота. Ну-ка, давай вот так. С любителями живицы разговор короткий. Что ты на это скажешь? Не раскисать! Это тебя не спасет. Так, 4-2. Призыв дает существу способность смертоносность. Так, давай вот так сделаем. Это еще и танк у меня. Хорошо. Добро пожаловать в тень. Добро пожаловать. Ничего сложного. Да, конечно. Я тебе сейчас устрою, ничего сложного. Хвост в знак послушания. Блин, опять я профукался. У Фамасу есть зубы. У Фамасы. Так, ваш максимальный уровень магии увеличится на 1 единицу. Давайте вот сюда. Вода жизни. И вот так. Черт подери, не все так просто, ребята. Кажется, серьезно. Сомнение равно поражению. Ох ты, это что такое? Что прикажете? Ё-моё, бля, началось. Так, вот это вот сделаем. Я защищаю Хиста. Атаковать я могу только одного. Ладно. Смертоносность это, конечно, хорошо, но... Давайте славный вот так. Славный день для битвы. Сносим, да? И он потом будет атаковать стопудово. Получай, давайте так. Клинком! Слизи семя! У Фамасу есть зубы! А сюда не ставит никого, гад, потому что знает, что снесу нафиг. Блин! Стендар хранит нас! Слушаю и повинуюсь. Жду приказаний. Стража вызвал, зараза. 2+2. Если что, максимальный уровень магии у вас 7 или выше. Это получится 4. 4 у него, да? Рыба-убийца. Вы получаете +2-0 в начале вашего хода. Это ему надо дожить еще. Смертоносность вызывает, а? Черт. Так, давайте у меня... Кровь на воде! Так. Сила Хиста наполняет меня! Отправлю твою душу к Архею! У Фамасу есть зубы! Слизи семя! Ну что же, ребята, или он, или я. Сколько делает? Гад, а? На прорыв! На прорыв, говоришь? Жду приказаний. Так, пора завязывать с ними, а? Это еще кто такой? Шпигованный гуар. Страж призывает... А, призыв дает существу стража. Так, призыв. +1 к вашей максимальной магии. +1-0, когда ваша колода... Когда ваша максимальная магия увеличится. Бред какой-то, блин. Несет. Давайте так. Этого надо уничтожать. Черт, а как он хитро сделал. У Фамасу есть зубы. 2-5. Ладно, хрен. Помоги мне. Так, ему здесь не пробиться, так что давайте в лицо. Глазом моргнуть не успеешь. Хрен его знает, что у нас из этого получится. Стендар хранит нас! Приказ ясен. Честь и слава! Ну все, блин, щенок. Какова твоя кровь на вкус?
Поглощение какое-то, блин. Это он будет хилиться, если будет меня бить. Левиафан. Так, ладно, ребята. Грязь, Этина! Сколько у меня урона? 7? 10, 14. Все, ему хана. Грязь, Этина! У Вамасу есть зубы! Ладно, моргнуть не успею. Не может Отлично. Быть. Смотри, это легат Кассия. Бежим! Вот так-то, блин. Ё-моё, кое-как его одолел, а? Ну что же, я завершил второй акт. Смотрите, кто пришел. Спасибо, что привел мне этих дезертиров, Тир. Хочешь еще разок послужить императору? Кассия, мы должны немедленно с ним поговорить. Император был в ужасе, когда узнал о планах лорда на Арифина. Но он понимал, что столицу штурмом взять не удастся. Доминион каким-то образом предугадывал каждый его шаг. Герой вызвался проникнуть в город и узнать, в чем причина такой проницательности. Разве город не охраняли? А, понимаешь, Нарифин недавно заново открыл арену. И герой решил назваться гладиатором, чтобы попасть в город. И там уже плывущий в ночи покажет им тайный проход в башню белого золота. К вам присоединилась Кассия. Так, ух ты. Так, здесь что? Денежки? Билет на событие. Вы получили доступ к одиночной игре. Этот билет на первый выход на арену. Ха-ха. Новая колода. Имперское могущество. Сила в количестве. Эта колода поможет быстро набрать армию слабых существ и применить усилители, которые сделают их не такими уж и слабыми. Отлично. Дамы и господа, завершите акт 3. Освобождение города. Император, спасибо тебе за доставленную весть. Помоги мне остановить заговорщиков и восстановить мой город. И я буду благодарным правителем. 40 золотых. Добрые люди! Милостью нашего лорда Нарифина! Я снова приглашаю вас на арену! Ведь ничто так не объединяет людей и меров, как славное зрелищное кровопролитие! Что-то ничего хорошего я на этот счет не припоминаю. Да брось, будет интересно. Да уж, будет интересно. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях этой игры. А на этом все. Всем пока и удачи, ребята.